Чепецкие автогонщики привезли из Мари-Эл кубок ГИБДД. Чемпионат по автокроссу считается престижным и ежегодно собирает не один десяток участников из разных регионов России. Какой ценой досталась эта победа, знает Вергина Матевосян. Браво, Бог, там в салоне все было. Хорошо, так шло все. На квалификации просто колеса зажало вот, в таком положении, все. Не могла никуда ехать. С какими только трудностями не сталкиваешься на гонках, но Георгий Булдаков справился и с виражами на дороге, и с капризами машины. В итоге занял первое место в юниорском заезде. Вот как это было несколько дней назад в республике Мари-Эл. Трасса «Крутой овраг» у поселка Роем Медведевского района стала местом автомобильных баталий. В этом заезде и самый молодой участник нашей команды, выступающий под 8-м номером. Для 14-летнего гонщика это не первое соревнование. С 8 лет он за рулем картинга. Через пару лет пересел на машину. Собрал ее практически самостоятельно. Машина не подвела. Недавно после первого этапа съездил на тренировку. Получилось так, что влетел в другую машину. Его развернул. Он с ней стоит 63-й. Потом поехал на гонки, на квалификации. Показал второе время в субботу. И решил улучшить время. Не получилось, выкинул с трассы и тоже в этот же угол. Ничего, повезло. Ребята сделали из Тишкарлы, все вытянули. Дальше поехал, вот занял первое место. Никто не ожидал такого. Автомобильные гонки – это не только драйв и эмоции, но уже и образ жизни. Преданные автоспорту опытные гонщики мерили силой на своих железных конях в самом многочисленном и напряженном классе – D2N. Без столкновений и выбросов с трассы не обошлось. Все 8 кругов финала Максим Бердинский шел, как сам говорит, бампер с бампером со своим основным соперником. И все же немного уступил ему на финише и приехал вторым. Была, в общем, очень хорошо подготовлена трасса. Вот. Очень хорош, так сказать, держак был на трассе. Поэтому гонка была интересная. Вот. Ну, соперники очень сильные в Шкале, поэтому пришлось побороться. Чемпионат республики Мари-Эл по автокроссу на кубок ГИБДД – довольно престижные соревнования. На этот раз 47 участников из 5 российских регионов боролись за первые места в каждом классе и за сам кубок ГИБДД в командном зачете. Так получилось, что команда Кировской области «Афган» в результате соревнований стала лидером. Кубок занял почетное место среди других наград автогонщиков. Сами же они вновь собираются на соревнования. Осталось подлатать машины, самим собраться силами. Что такое автотрасса и крутые виражи, этим ребятам давно известно. Вергина Матевосян, Максим Козлов, Вести, Кировская область.